Ладно, надо изготовить кирки на верстаке. Там должны быть нужные детали. Эй, поговоришь или со мной можно только камнем по голове? Ты же был солдатом. Что б ты сделал, если бы пленный сбежал? Я бы взял камень побольше. Не ожидала, что ты вернешься. Да еще вызовешься охотиться на падальщиков. Я умею удивлять. Лучше не надо. Сюрпризы нам ни к чему. Ну и что тебе рассказали о легенде по прозвищу Тень Итамана? Хороший солдат. Исполнял свой долг, пока отец не уговорил тебя присоединиться к Карха Тьмы. Я не присоединился к ним, а остался со своим отрядом. И похитил ребенка? И спас принца. Ага, обычно за спасение принца и сажают в тюрьму. Думаешь, все так просто? Помочь похитить ребенка? Не помочь похитить ребенка. По-моему, все довольно просто. Машины все еще атакуют поселение? Мы отвели людей, чтобы дать машинам пройти. Это уменьшило число нападений. Теперь все зависит от нашей удачи. Почему же машины нападают? Я сражаюсь, где скажут. Объяснять, почему, дело Марада. Я сожалею о твоем друге с лодки. Его звали Кават. Он рискнул, чтобы доставить тебя сюда. Докажи, что это было не зря. Я пойду. Не знаю, зачем ты все это делаешь, и мне плевать. Не оплошай. Ладно. Только не вырубай никого, пока меня не будет. Урок усвоен. С этого момента только железо. Кто-то пересек Дом Солнца, чтобы оставить здесь подношение. И все в надежде получить ответ на какой-то вопрос. Иногда мы отдавали эти линзы местным для обмена в качестве компенсации за то, что они потеряли.
Ты правда думаешь, Урит еще жив? Если да, надо узнать, что он выяснил. Если нет, риски он знал. Получив приказ, Урит и в яму к камнегрызам бы прыгнул. Я не приказывал ему лезть на гору. Он сам так решил. Если ты хочешь узнать, зачем, придется его найти. Если приказа лезть на солнечный пик не было, то какой был? Прийти сюда и ждать. Но Урит решил, что сам найдет ответы и пропал. Почему ты считаешь, что я справлюсь? Возможно, ты и сравниваешь себя с братом, Рейес, но другие будут оценивать лишь твои поступки. Подниматься на гору проще без лишних мыслей о семье. Та охотница Нора, что была здесь, Элой, она ушла? Нам повезло, что она проходила мимо. Элой оказала неоценимую помощь Карха. Но сейчас ее путь лежит на запад, по делу не менее важному для судьбы Дома Солнца, чем наша. Мы должны разобраться с загадкой в горах сами. А если я не полезу? Вернешь меня в Солнечную скалу? Каждый сам выбирает себе тюрьму. А я уверен, что за меня ее выбрали конвоиры. Доверие — это всегда сделка, Рейс. Ты знаешь, что получишь и чем нужно заплатить. Я ее решу. Да светит солнце твой путь. Скажу тебе кое-что о моем брате. Ты не должен мне ничего объяснять. Если бы он знал, что ты в ловушке, ранена... Сказала же, не объясняй. Он не ушел бы, будь его задание не так важно. Да уж, Кар, хоть мы знают, что значит жертвовать людьми ради дела, верно? Что за детали мне нужно искать? Идиот, что сделал эти лебедки, использовал шестеренки падальщика. Ничего тупее в жизни не видала. У нас нет времени искать замену, так что нужны они. Я понимаю, у тебя проблемы с бойцами Карха Тьмы. О, понимаешь, да? Но ты же работаешь с Карха, работаешь с Уридом. Сможешь и со мной. Слушай, я спас тебя на той горе. Ну, поздравляю. Ты спас жизнь одной Азирам. Но гор впереди, у тебя еще много. Ты знаешь, куда Урид отправился? Только то, что он пошел на Солнечный пик опередить Громозева. А дальше зависит от Громозева. Я найду Урида. Ага. Беги к своей свободе. Ну вот, я выяснил все, что мог. Теперь надо изготовить кирки на верстаке. Думаю, стоит сделать кирку. Ага. На шаг ближе. Надо обмотать рукоятку. Ага, вот так. Вот так.
Первая готова. Вот так. Теперь я смогу залезть наверх и добыть шестерню для подъемника. А потом пойду за Уридом. Ну вот, я выяснил все, что мог. Пора идти к свету зари за тем падальщиком. Метки охотника. Внизу тренировочный полигон. Это интересно. Что ж, лучший путь на свет зари можно поискать на той карте-схеме. Достать узел передач падальщика. То есть найти падальщика, победить падальщика и не помереть в процессе. Словно одно из заданий отца. Да, Урид? Кирки в деле. Да уж, падальщик тут есть. Я чуть не залез ему в пасть.
лучше приготовить кирки. Еще разрядник. Отлично, разрядник. Вроде правильно. Готово. Можно сложить пирамиду из камней. Держись, пирамидка. Это не первый твой падальщик, Рэс. Не спеши и постарайся, чтобы он не заметил тебя первым.
Солнце! Еще бы чуть-чуть! Вот он. Только я и ты, падальщик. Только я и ты, еще один падальщик. Двух падальщиков проще найти, чем одного. Эту башню разрушили недавно, при атаке на длань рассвета. Насторожились.
получилось. Это ты так сражаешься с падальщиками? Да ты в 8 лет лучше справлялся. Спасибо, отец. Кстати, зачем я сражался с падальщиками в 8 лет? Пора бы мне самому поохотиться на падальщиков. Снова попал. Электрические стрелы пригодятся. Что надо. Полегче, не будем снова лезть в пасть. Один падальщик есть. А где второй?
Он разбирает машины. Можно стрелять, пока он отвлекся. Еще! Броню! Прямо в цель! Тебе конец! Ты меня зацепил! Ищи уязвимые места, Рэс! Я и заржавел. Теперь поищу узел передач, пока не заявился кто-то еще. Ну что, кто из вас хочет поделиться со мной узлом передач? Давай-ка сюда! Ага, шестерня падальщика. Теперь можно будет починить подъемник и найти Урида. Надеюсь, он знает, почему машины напали на Длань Рассвета. Броня машины. Беру.
Значит, солнце от меня не отвернулось. Надеюсь, это Радел права. Так, шестерню падальщика можно вставить в механизм подъемника. Радел свое дело знает. Ну, пойду за Уридом. Найти Урида или причину, по которой машина атакует. У Марада все так просто. Я тебя найду, Урид. Будь жив. Хочу видеть твое лицо, когда тебя спасет младший брат. Путь к мудрости. Король Солнца Садаин пришел сюда за ответами и получил видение о Доме Солнца.